Господа, всем привет! С вами снова Александр Мардынский. Только приехал с рынка электроники с вот такими вот интересными, пиздатыми ништячками. Значит, смотрите, что у нас здесь имеется. Здесь у нас имеется Galaxy Note 7 и Essential Phone. То есть вот такие вот девайсы. Собственно говоря, как, где, у кого купил, за сколько купил, этой информации я вам не скажу. Эти устройства куплены для перепродажи, то есть непосредственно у китайцев на рынке электроники. Кое-как их нашел, потому что нынче, в 2019 году, на рынках электроники все барыжат только айфонами. Только айфоны, запчасти для айфонов. Если в 2016 году, когда я приехал сюда, я смог купить и Nokia N-Gage, и к ней картриджи, и смог купить там Motorola и старые другие телефоны, Samsung любых моделей, то есть сейчас это просто все в нереальном дефиците. Не говоря уж о том, что Essential Phone это вообще не для Китая ни разу телефон, и неизвестно каким образом он здесь оказался. И не говоря о том, что Galaxy Note 7 в 2016 году был снят с производства, снят с продажи и отозван полностью. То есть это не Fan Edition, это оригинальный Galaxy Note 7 без зеленой батареи еще даже. То есть здесь батарея 3500. И он кореец, то есть это original true корейский телефон. Вот такая вот история. Так, пультик, чтобы мне тут на глаза не мозолил. Давайте начнем с чего? Давайте начнем с того, что посмотрим на Samsung Galaxy Note 7. То есть, смотрите, задняя крышка оригинал. Фокус на ней придет, вообще не придет. Задняя крышка оригинал, то есть они вообще изначально мне скинули фотографию, что здесь было написано Fan Edition, но, видимо, они где-то ее взяли в другом месте. Телефон вскрывался, судя по рассказам продавцов, телефон вскрывался, в нем была заменена батарея на 3200 от Note FE, но это я проверить никак не смогу, потому что крышка приклеена очень хорошо, без каких-либо проблем. То есть грани, все на месте. Собственно, давайте снова, так скажем, микрообзор для тех, кто внезапно не смотрел мои старые видео. Динамик, громкоговоритель, микрофон, USB-C, 3,5 мм джек. То есть вот на днях, позавчера буквально представили Galaxy S10, и там все-то сохранен джек. Несмотря на то, что в iPhone с версии 7 от него отказались полностью, Samsung все еще топит за джек. Что это за штучка, спросят незнающие. Это перо S Pen. И, собственно, при его вынимании сразу же срабатывает записывание заметок. То есть об этом вы можете посмотреть в моих видосах про Samsung Galaxy Note, коих у меня достаточно-таки много. На левой грани располагаются кнопки уменьшения и увеличения громкости. Весь корпус у Samsung выполнен, это металл, кнопки тоже металл. Задник это стекло и передник это стекло. То есть тогда это еще Gorilla Glass 4 поколения. Первый телефон с Gorilla Glass 4. На верхней части у нас микрофон для записи стерео. Стерео. То есть Samsung пишет всегда звук в стерео. В айфонах только-только, по-моему, в XS появился звук стерео. И здесь у нас лоток для сим-карт. Но мне вот интересно, какой лоток сюда мне вставили китайцы, в связи с тем, что этот телефон у них заявлен как двухсимочный. Но на самом деле данная модель пробивается как односимочная. Собственно, лоток, видимо, не родной. То есть это лоток от Galaxy Note Dual SIM, потому что здесь конкретно подписано, что вторая симка и microSD. А вообще мы сейчас вставим и все проверим. То есть я, конечно, отдельно видео выкачу на эти устройства, может быть, вопросы там зададите какие-нибудь. Но этот лоток не оригинальный, потому что он даже входит с некоторым трудом. А давайте прямо сейчас и вставим симку вторую. Для этого мы делаем на айфоне режим в самолете. Достаем мою China Mobile симку. Потому что я же живу в Китае, соответственно, симка у меня китайская. SIM-1 у всех Samsung'ов располагается вот здесь внизу. А вот SIM-2, комбинированная с лотком для флешек, то есть версия у американцев, версия у корейцев практически все односимочные. Соответственно, вот этого вот прорези для симки здесь нет. То есть здесь конкретно прорезь остается для флешки. Так что давайте, момент истины. Китайцы эти парни меня уверяли всячески, что у них телефон двухсимочный.
Сейчас мы посмотрим, существует ли здесь доля чуда. Давайте посмотрим дальше на облик. То есть, смотрите, передняя часть это 5,7 дисплей гнутый. То есть, это первый Galaxy Note, который был гнут с двух сторон. У первых версий изначально еще надпись Samsung есть, которой сейчас уже нигде нет. Здесь у нас ирис-сканер, то есть здесь у нас инфракрасные подсветки, видите, сколько много датчиков. Располагается здесь светодиодный индикатор многоцветный, инфракрасные подсветки, потому что это первый телефон с датчиком сканера глаз. И здесь вот я вижу, такую штучку, как будто бы переклеивали стекло на матрице. То есть это не очень понятное мне явление, оно никак там не продавливается, его не видно. Разговорный динамик, фронтальная камера 5 мегапикселей с автофокусом и с зачатками стабилизатора. То есть камера не крепко закреплена, она там вот так вот елозит. И, соответственно, еще один инфракрасный подсветчик. Собственно, здесь кнопки многозадачность, кнопка назад и, собственно, сенсорно-механическая клавиша, которая содержит в себе сканер отпечатков пальцев. Вроде бы все рассказал я по внешнему виду. Ну и задняя камера. Задняя камера, если не ошибаюсь, была 12 мегапикселей, f1.7. То есть была, скажем так, пиздатая камера, которую вот iPhone 7 нагибала сверх нормы. Давайте посмотрим. Вот это уже интересно. Потому что увиделась симка в автономном режиме. Смотрите, выключаем автономный режим. Экран AMOLED 5,7. Почему только 2G? LTE Auto. Изменить. То есть экран AMOLED. Видно, что на нем мерцание происходит. Это происходит из-за того, что яркость не на максимуме. Если мы выкручиваем яркость на максимум, любые мерцания прекращаются. Ну, давайте сделаем вот так. Собственно, яркости у Galaxy Note хватало для того, чтобы в солнечный день совершенно спокойно находиться с телефоном в руках и все видеть четко, отчетливо. Что можно сказать? Здесь 2К матрица, Super AMOLED, самсунговская, хорошая очень. Так, сим-карта у нас что-то вот как-то... Hardware тест даже. Давайте посмотрим. Hardware тест у всех Samsung'ов присутствует. Он как бы показывает сразу изначально все проблемы. То есть мы можем здесь протестировать все сенсора. Мы можем тачскрин протестировать. То есть здесь вот такой вот банальный тест. Но все Samsung его содержат. И рекомендую его проходить перед тем, как вы будете покупать любой телефон. То есть это звездочка-решетка, 0 звездочка-решетка, если я не ошибаюсь. Если вы все тесты проходите на ура, значит телефон у вас без брака. Соответственно, вот тест закрылся. Собственно, субкейс. Это вот нижняя клавиша, это клавиша, это. И как видно, цвета сразу меняются, соответственно, матрица не битая. То есть цвета меняются, матрица не битая. Мегакам, это у нас основная камера запускается. Please check version. Камера модуль. Окей. Фотка произведена, никаких проблем. И у Samsung'ов на Snapdragon'е была проблема с фронталкой. То есть у них была проблема с фронталкой, когда вот ты делаешь фотографию. Видите, какой угол обзора? Смотрите. Это на Samsung'е угол обзора. Смотрите, какой угол обзора у iPhone'а на фронталке. Вот он. То есть чем Samsung выигрывал? На Samsung, вот допустим, у меня влезаю я, влезает одежда, да? На iPhone влезает только моя голова немножко, чуть-чуть камеры, и, естественно, никакой микрофон уже не влезает, и одежда вся не влезает. То есть я за это топил очень, но сильная дисторсия у фоток. То есть иногда прям видно, что лицо растягивается по краям. Это в настройках можно было отключить без каких-либо проблем. Так, ирис камера тест. Есть у нас даже ирис рабочий. Ну, тест ириса прошел, то есть это сканер сетчатки глаза. LED красный, зеленый, синий и все. Работает прекрасно. S Pen, давайте проверим S Pen.
SPN Draw. То есть у SPN здесь вот такой тест. То есть вы можете просто провести по краям, потому что по краям у Samsung'ов не всегда работает чувствительность. Плюс сразу видно силу нажатия. То есть смотрите. Ну как смотрите? Яркость-то такая. Эх, ладно, что-нибудь вытяну. То есть мы можем силу нажатия, прям чувствует ее матрица. Все без каких-либо проблем. Все более чем отлично. SPN Draw 2. То есть вот так. Эти все тесты проходятся. Я их сейчас зачем прохожу? Чтобы убедиться в том, что телефон без каких-либо существенных косяков. Я вам расскажу одну вещь, как меня пытались обхитрить китайцы. Но вся проблема заключается в том, что китайцы не имели столько дела с Galaxy Note 7, сколько имел я. То есть я реально все существующие модели на тот момент перещупал. Но все, тест вроде пройден. Окей. Давайте я вам покажу, как они пытались меня обхитрить. Смотрите. Они заявили, что это Galaxy Note Fan Edition. То есть это Galaxy Note FE. И заявили, что это двухсимочная версия. То есть, смотрите. Они прям в настройках взяли и переименовали. Давайте я вам буду вот так SPN показывать. Они переименовали, что это SM-N935FD. То есть такую нумерацию имеет только Galaxy Note Fan Edition. Они залезли в сведения ПО, не поленились изменить версию прошивки. То есть вот такая версия прошивки. Это одна из последних версий прошивок на Galaxy Fan Edition. Здесь исправили номер сборки, все без каких-либо проблем. И казалось бы, все хорошо, да? Что же могло спалить его, скажете вы? Во-первых, я зашел в сведения об IMEI. И увидел, что IMEI 1 и IMEI 2 совпадают. То есть у Samsung должно быть два разных IMEI в случае, если он двухсимочный. Соответственно, сейчас у нас вторая симка не видится, да? Хотя почему-то номер отображается. Это вот достаточно-таки странный и интересный момент. Мы сейчас о нем поговорим с вами. Во-вторых, мы увидели, что сведения ПО версия 6.0.1. И я вам скажу, Galaxy Note Fan Edition с версией 6.0.1 никогда не поставлялся. То есть он сразу вышел с 7-м андроидом. Соответственно, у него Android 7.1.1, это первая версия, потом на него вышел 8-й Android, сейчас на него уже выходит 9-й Android. На Galaxy Note 7, если у вас версия F, FDS, то есть это Exynos с одной симкой или с двумя симками, вы можете установить любой порт. Это версия на Exynos, и мы сюда можем установить любой порт, об этом я буду пытаться. Собственно, вы поняли, да, 935-й здесь написали нам, товарищи китайцы. Но что можно сделать еще? Саня пошел дальше. Конечно же, это меню загрузочное, это меню Odin Mod. Нос зачесался вот так вот, козявочки Саня там чешет за кадром. Как оно входится? То есть кнопка громкости вниз, кнопка дом, кнопка включения. Это переходит телефон в режим загрузчика. Соответственно, здесь мы видим на английском языке написано, что warning, ttn, включаем кнопку вверх. И вот наверху совершенно чудесным образом мы видим следующую информацию. Что здесь у нас N930S. А N930S это STK, это корейская версия операторская. Соответственно, этот язык это не китайский, это язык корейский. Это меню отредактировать и изменить вы не можете. Никак это невозможно изменить, если вы не работаете в сервисе Samsung на уровне разработки. Соответственно, что у нас здесь изменено состояние кастом и кастом. То есть у нас отключена блокировка прошивки, у нас включен безопасный загрузчик, но тем не менее у нас все выключено и изменено на кастом. То есть в Samsung, если ты хоть раз прошиваешь Samsung, у него так называемый счетчик Кнокса тикает. И он должен быть указан вот здесь. То есть так и должен был быть Кнокс. Соответственно, Warrantly Void 1, он должен быть на нуле. И вот эти все показатели тоже должны быть на нуле. Тогда означает, что ваш телефон никто не залазил, никто его не прошивал. Соответственно, 930S мы переходим просто и видим, что непосредственно это версия для Кореи. То есть для оператора STK. Она содержит одну симку, она содержит Exynos, и на нее существуют... То есть это даже S. Я почему-то думал, что это K. Или мне опять не тот ноут дали? Вот это вопрос. По-моему... Давайте.
Давайте его перезагрузим обратно. Мне интересно, он загрузится в меню ТВРП, оно здесь есть? Или они его сбросили? То есть, видите, поменен загрузчик даже. Note Fan Edition. Написано все. То есть, без каких-либо проблем. Так. Да, 930S. То есть, никаких проблем. Это у нас версия для Кореи. SM. Вот, STK. Sun Mobile. Смотрите, заработала симка под номером 2. И с ней заработал интернет Edge. Вот интересно, из каких запчастей этот телефон собран? Смотрите, вот версия вот эта, STK, SMN930S. Samsung Galaxy Note, односимочный. Так, что у нас здесь загорелось? Окей, USIM. 4G загорелся. То есть заработал 4G. Давайте попробуем выйти в интернет, чтобы не быть голословным. Это интересно. Откроем Яндекс, потому что Яндекс на территории Китая не заблокирован. Яндекс.ру. Смотрите, заработал. Это что-то очень интересное. Давайте. Давайте мы, значит, следующим шагом сейчас включаем авиарежим. То есть я просто это видео как разговорное снимаю, как посмотреть то, что я купил, какие ништяки с Китая. Окей, лоток сим-карт, причем здесь есть русский язык, это Android 6. Если установить порт от FE, то там будет работать только одна симка. Давайте втыкаем его сюда. Втыкаем сюда следующим образом. Потому что 930S, он вообще-то односимочный. У тех, у которых две симки, у них приписка DS. Автономный режим выключить. USIM. Так, мобильные сети. Режим сети. LTE, окей. Это, господа мои, что я вам скажу? Это достаточно-таки странная информация. Вот даже состояние о сим-картах, оно было немножко иное. Я уже сам запутался. Такого реально я не припомню, чтобы было. NFC оплата есть. Android Beam, мобильные сети. Данные в роуминге. Так, диспетчер сим-карт. Сим-карта 1 работает. Очень интересно. Так, а данные где? Почему на первой сим-карте у нас не работают мобильные данные? Интересно. Вторая симка видится как бы якобы, но сеть, она не ловит. Так, давайте воткнем вторую симку мегафоновскую тогда и посмотрим, увидятся ли две симки. Вот моя мегафоновская симочка. Очень интересно получается все. Дело в том, что этот Samsung при всем желании не должен быть двухсимочным. Давайте вставим сим-карту сюда, в которой слоте работал интернет. И вставим сим-карту сюда. Для безопасности подключимся к Wi-Fi. Причем интересно, что клавиатура здесь установлена от Гонконга. Так, окей, Wi-Fi подключен. И давайте воткнем наши сим-карты. То есть лоток вот заходит не очень на ура. То есть прям реально очень странная ситуация. Вот так.
Выключаем автономный режим. Переходим в настройки. Одна симка увиделась в роуминге. Об устройстве, состояние сим-карты. Номера не видит у сим-карт. А если здесь через диспетчер сим-карт? Интересно. Очень странно вообще это все. Потому что у Samsung всегда две иконочки с сим-картами. Давайте мы перезагрузимся сейчас. И увидим в звонилке, то есть если будут две кнопки, с какой симки позвонить. И закончим пока с этим Galaxy Note 7. Достаточно таки интересный. В принципе, в Китае все может быть. Можно и прототип внезапно ухватить какой-нибудь предсерийный, которого ни у кого никогда не было и не будет. Что Китай, он в этом плане такой. В основном телефон в идеальнейшем состоянии, то есть никаких царапин. Единственное, что вот здесь следы того, что здесь меняли АКБ, снимали крышку, и все. В остальном коцочек, ну как бы, в принципе, по сути и нет. Так, смотрите-ка, мы его перезагрузили, у нас появился значок с двумя симками. Нет подключения к сети, пишет. Диспетчер сим-карт увидел две карты. Диспетчер сим-карт увидел две карты. Если вы измените сим-1 только на 3G, сим-1 автоматически станет сим-картой, используемой для передачи данных. Смотрите, появилось два деления, две симки. It's amazing, Johnny! Я не знаю, что это за херня. Кто там кому стучится? Ты что ли? Да не, я тут видосик снимаю. А, так я симку вставил в Samsung. Очень странная хуйня, скажу я вам. Что происходит? То, что это кореец односимочный. Но я вставил в него две симки, и они обе работают. Кореец? Да. Как ты ставил две симки? А, вместо этого памяти? У них лоток, да, другой они дали мне. Может, они специально двухсимчатую сделали? Это не может быть. Он кореец? Да. Может, у него прошивка корейская? Это прошивка-то не влияет, там просто не распаян физический слот. Короче, вот, господа, смотрите. У нас вот реально видится, что мегафон, пожалуйста, номер 2G. Сим-2, China Mobile, номер, LTE 3G 2G. И все работает. СМС-ка даже пришла вот от China Mobile, что вот нам Мадя звонил. Ну, это не может быть такого. То есть, я не знаю, посмотрите, погуглите, напишите в комментариях. Потому что это не версия DS, это версия STK, они все односимочны. Давайте откроем телефон. Пожалуйста, появились иконки, что здесь у нас две симки. Соответственно, цена двухсимочного телефона сразу вырастает на порядок, скажем так, на вторичном рынке. И это очень интересно. Это очень интересно, это Exynos двухсимочный китайский. Собственно говоря, отложим в сторону Exynos и перейдем к нашему не менее интересному другу Essential Phone. Essential Phone PH1. То есть вот такой вот пиздатый у него задник. И смотрите, что здесь есть всего. Прям понатыкано до жопы. То есть, во-первых, у него несколько камер. Что такое вообще Essential Phone для тех, кто не знает вкратце? То, что оказалось, что многие люди, которые даже занимаются обзорами, просто впервые в жизни о нем слышат и не знают, что это. Essential Phone – это телефон, выпущенный разработчиком Android. То есть тот чувак, который придумал некогда Android и его сделал, он просто решил открыть свою компанию, запустить ее на Kickstarter, собрал бабла и выпустил вот телефон чистый, без логотипов, без каких-либо надписей, без чего бы то ни было, на голом Android, который все-то обновляется. То есть я сейчас с интересом обнаружил, что на него вышел 9-й Android. Собственно, давайте пробежимся по внешнему виду. А внешний вид у него пиздатый. То есть здесь у нас задник выполнен из керамики.
Собственно, смотрите, у него сзади имеется что? Сканер отпечатков пальцев. Да-да-да, я это вставлю, не забывай. Собственно... Ладно, я ушла. А что, приходил-то? Ну вот, не спросите это. Ну ладно. Приходите еще. То есть, смотрите, вот задний вид, я его сейчас протер, он просто выглядит бомбезно, да? Он весь бликует, на нем фокус не ловится. Вот, поймался. Жопа у нас выполнена из керамики. Здесь у нас на тот момент самый быстрый сканер отпечатков пальцев. Смартфон вышел вроде бы в 2017 году, в конце, если я не ошибаюсь. Две камеры. Одна монохромная, которая снимает для объема, делает бокешечку, снимает в черно-белом режиме. И вторая, ну, типа прокачанная. Насколько я понимаю, оптического стабилизатора у обеих камер нет. Вся стабилизация здесь софтовая. Можете поправить меня в комментах, потому что я этот телефон держу впервые в жизни в руках. И о нем я как бы сильно много не знал. Соответственно, здесь это два контакта. То есть они немножко углублены. Я сначала подумал, что это какие-то вспышки, а потом вспомнил, что этот телефон поддерживал модули. То есть фишка телефона в том, что к нему подключаются различные модули, то есть это камера 360, внешняя звуковая карта с усилителем, различные сторонние модули, вплоть до того, что китайцы на него аккумулятор выпускали сменный сторонний. Собственно, вспышка многоцветная, здесь какая-то инфракрасная еще подсветка для черно-белого режима, я так понимаю, и микрофончик. Собственно, на правой грани у нас располагается все управление. То есть это кнопка включения блокировки, две кнопки регулировки громкости и боковина. То есть боковина, в чем этот телефон круче других, у него корпус выполнен из титана. То есть у него весь корпус выполнен из титана, вот эта вот рамка, и типа она совершенно не царапается. То есть вот неизвестно, сколько телефону времени, но он чуть-чуть, еле-еле поцарапан, то есть это видно. На левой грани у нас ничего нет, по сути. На верхней грани у нас тоже ничего нет. И на нижней грани у нас находится все остальное. А именно, это USB-C, еще один микрофон, лоток для сим-карты. То есть здесь нет никакого расширения памяти. Он поставлялся, по-моему, со 128 гигабайтами. И только. Здесь у нас решетка динамика. Огонь выглядит, да? И, собственно, все. На передней части у нас только фронтальная камера. Давайте посмотрим на лоточек сим-карты. Я его как-то странно засунул, даже скрепочка немножко подогнулась. Собственно, лоточек сим-карты вот такой. То есть это привет Motorola. Вот такой вот маленький, под одну нано-сим-карту. Никаких резинок, никаких защит от воды у него нет. У него защита там что-то IP64, то есть это чуть-чуть от пыли и чуть-чуть от брызг. Собственно, у телефона полный набор по фаршу. Это именно 4G, все сети, все стандарты. И самое, что крутое, давайте я его немножечко протру, скажем так, от заляпанности. Смотрите, на передней части располагается только камера фронтальная. Подсвечиваем экран. Оба! То есть фактически это один из первых телефонов, у которых edge-to-edge дисплей, как они это называют, то есть от грани до грани. Снизу здесь ничего нет на этой грани, но могли бы сюда клавиши перенести на самом деле. Дисплей 6-дюймовый, то есть дисплей здесь больше, чем у Samsung Galaxy Note 7. Вот так вот он выглядит, бомбезно просто выглядит. Соответственно, здесь голый Android, все невозможно быстро летает. Максимальная яркость, вот такая вот минимальная яркость следующего содержания. Дисплей, если я не ошибаюсь, AMOLED. Можете меня поправить, но смотрите, у него камера не видит никаких мерцаний, то есть он как-то по герцовке, калибрации выполнен очень хорошо. Переходим в настройки, и что интересно, то есть, естественно, здесь Android самый свежий, но вот Wi-Fi говорит, что интернета нет, то есть я подключен. И мы сейчас опять-таки, я повторюсь для тех, кто не слушает ушами, а слушает жопой мои видосы, это не обзор, это просто рассказ и первое мнение о том, что мы купили. Соответственно, на дисплее у нас есть микроцарапины. То есть видно, что есть микроцарапины. Gorilla Glass 5 здесь. И вот что еще интересного. Здесь находится разговорный динамик. То есть он вынесен вот сюда под стекло. Вот здесь он находится. То есть, по-моему, технология не такая, как у Xiaomi, там типа пьеза была, что вас все слышат. По-моему, здесь просто обычный динамик. И вот здесь же в углу находится светодиод. То есть я вставлю, как это выглядит, я офигел. Я не думал, что здесь есть светодиод, потому что обычно в такие телефоны их не вставляют. Соответственно, когда вы приподнимаете телефон, у него
То есть вы ставите его в вертикальное положение, и у него должна загораться подсветка. То есть у него нету always on, как у Samsung, когда всегда это горит. У него подсветка только включается, когда вы его приподнимаете, либо что-нибудь там ему скажете, либо как-нибудь включите. То есть эта функция есть. И когда вы включаете подсветку, то есть вот так вот, сенсорный экран уже активен, вы можете два раза тапнуть и разблокировать смартфон. Да что ты будешь делать? Почему? Вот, пальцы мои стерлись. Соответственно, переходим сразу и получаем здесь голый Android. То есть, видите, как все летает. Но официально это не Android. В смысле, это не официальный Android. Я не знаю, с чем это связано. Кстати, у телефона 128 гигабайт своей памяти. Snapdragon 835. Если я не ошибаюсь, 4 гигабайта оперативной памяти. То есть, вот, да, из них отъедает около 400 видеокарта. И батарейка... Не помню, что-то там 3400, что ли. Собственно, Android Pay, NFC, все у него есть. У него, по-моему, беспроводной зарядки нету. Но если кто знает, можете мне подсказать. Потому что я в этом не уверен. Естественно, телефоны я купил без комплектации. То есть, никакого кабеля, никакой зарядки, никаких коробок с ним в комплект мне не дали. Итак, о телефоне. И смотрите, версия это PH1. У нас заявлено Android 7.1.1, обновление 2018 года и вот такая вот информация о прошивке и номере сборки. Но, когда я нажимаю проверить обновление системы, он говорит, что никакого Android свежего нет. Хотя я зашел на официальный сайт и там официально 9-я версия уже вышла и может быть уже даже 10-я на XDA есть. То есть обновляется смартфон очень быстро в этом плане, потому что ну разработчик Android все-таки. То есть, смотрите, говорит, что обновлений нет. Смотрите, как загнут дисплей. Посмотрите, как загнут дисплей. То есть, это очень аккуратненько, это очень тонкие рамки. И что, я вот в Самсунгах все время ненавидел вот эти вот согнутые грани, которых всегда ложное срабатывание. Я сомневаюсь даже, что в Galaxy S10 это окончательно пофиксили. Ложные срабатывания как были, так они и есть. Здесь вот это ухватистая, мощная пиздюлина. Соответственно, корпус у нас титан. Задник у нас керамика, передник у нас Gorilla Glass. Но смотрите, как это все дело очень быстро умарывается. То есть заляпывается оно прям пиздец. А поскольку телефон, скажем так, не серийный, не массовый, о нем даже люди многие не знают, то, естественно, никаких чехлов сторонних вы не найдете. То есть никаких там чехлов вы не найдете. Нам заявляют, якобы он не царапается, якобы он не убивается, все такое. То есть Android какая-то непонятная левая сборка, что она наполовину русская, наполовину американская. Вот это мне непонятно. Я с этим телефоном, кстати, хочу походить. То есть я хочу сменить iPhone сейчас. То есть смотрите, какой экранчик у iPhone по сравнению с вот этим Essential. То есть просто вот я кладу iPhone и получаю размер экрана. То есть вот этот Essential, он размером с iPhone. Экранчик у него размером с iPhone. Вы понимаете, то есть как вот этот чувак заморочился. То есть вот реально один в один он заморочился. Он, видимо, просто такой взял, iPhone положил, обрисовал и говорит, все, пиздец, будет вот у меня вот такая мобила. Собственно, что по камерам? Смотрите, камеры у него очень интересные. Дело в том, что здесь какая-никакая непонятная электронная стабилизация работает. Это раз. Во-вторых, у нее, по сути, нет интерфейса настроек, то есть выглядит она следующим образом. Поворачивается все мгновенно, реагирует все мгновенно. Есть вот настройка, что камера settings, это воспроизвести звук и share location, все. Автовспышка, HDR, телефон после этого переключается в режим. То есть с HDR, конечно, фоточки получаются покруче. Автовспышку выключим. Запись. Это HD, то есть это Full HD. Почему-то написали, что это HD. Full HD 60 кадров и 4K 30 кадров. Все, то есть вот и все настройки. Таймер и переключение камеры. Смотрите, камера. Камера у нас фронтальная, 8 мегапикселей, которая также умеет снимать 4К. Вот от этого я просто пизданулся. То есть камера снимает фронталка 4К. Плюс она с автофокусом, насколько я вижу. Насколько я вижу, прям я в ней вообще шикарно продетализирован. Но у нее угол обзора примерно такой же, как у iPhone. То есть у нее вот угол обзора примерно такой же, как у iPhone. Ну да, один в один. Точно такой же угол обзора, как у iPhone.
Соответственно, это не широкоугольная камера, а просто камера фронтальная, которая может 4К. Самсунговская фронтальная может 2К. Нигде 4К фронталок я больше не видел. Плюс она может HDR. Соответственно, давайте вот сделаем фоточку. Оба. Переключимся на основные камеры. Сделаем здесь фоточку. Оба. В авторежиме. Плюс есть режим портретный. То есть это с размытием непосредственно фона. И нам видно сразу, что здесь идет такое адское замыливание, как в китайских телефонах. Но это нужно посмотреть. Соответственно, вот эта анимация у меня не меняется. Она должна меняться, по сути, что типа открыта-закрыта диафрагма. Сейчас перепрошью все, и будет дальше видос. У нас есть моно. То есть это монохромная камера, непосредственно та самая черно-белая, которая пиздато фотает в темноте якобы. Потому что у нее какая-то инфракрасная подсветка. Я помню точно, что на старте продаж вот эти все заявленные функции работали через жопу. То есть люди постоянно жаловались, плакали, что все работает очень плохо, все работает некачественно. Slow-mo 120 кадров, но вы видите сразу, вы просто сразу видите, какое ужасное качество. То есть, честно, положа руку на сердце, я как Samsung-люб нигде, кроме как у айфонов, пиздатого slow-motion'а не видел. Ну вот реально, это как бы вот такой вот факт оказался фактом. Так что slow motion здесь это просто для галочки. А вот моно это интересно. Собственно, давайте запишем звук. Вот, с вами снова Александр Мардынский. Смотрите, можно записывать, кстати, видео в черно-белой камере. И стабилизация, видно, это электронная стабилизация. То есть, смотрите, какое плавающее желе. Электронная стабилизация. В принципе, если вы будете вот так держать прямо, сжав руки очень хорошо при солнечном свете, то все будет хорошо. Так, окей, давайте послушаем звук и посмотрим, как это выглядит на экране телефона. Потому что, смотрите, ну на таком дисплее это же реально круто фильмы будет смотреть. Есть у него жесты, кстати. У него есть жесты в настройках, я это точно видел, вот так вот выдвигаются. Плюс у него есть настройки этих самых жестов. Есть меню какое-то Essential, Using and Diagnostic, диагностические данные. То есть вот жесты. Быстрый доступ к камере, быстрый доступ к уведомлению. То есть можно два раза нажать на камеру, то есть два раза нажать на блокировку, и у вас вылезет камера. У Samsung эта функция тоже есть, можно два раза нажать быстро на дом. Так, ладно, давайте. А, галерея. Я не вижу здесь галереи. А, вот, Google фото. Смотрите, значит, я здесь фотал. Это сегодняшняя фотка против солнца адского. Смотрите, какая детализация. То есть у меня видно каждый усик. У меня видно губы, смотрите, какой тон лица, у меня видно пот, видно брови, видно ресницы. То есть, такой детализации у фронталок я не видел давно. Плюс фон размыт, то есть фон размыт, там машинки размытые. Соответственно, моя голова отделена от фона, и она отделена не софтово. То есть, это конкретная работа автофокуса камеры. Потому что я сфотался близко, но тем не менее влез. Круто, да? Это фотка на основную камеру, на автомате. Смотрите. Мы приближаем. Приближаем. Мы можем рассмотреть номер машины, которая стояла приблизительно метрах в 7-10 от меня. То есть мы можем рассмотреть номер этой машины. Мы можем рассмотреть... Кто там мне пытается назвонить? Заебали, честное слово. То есть мы можем рассмотреть номера машин, мы можем рассмотреть офигительную детализацию листиков. То есть по сравнению с айфоном это не мыло, по сравнению с Самсунгом это не перешарп. То есть здесь реально фотка как у пикселей, то есть она такая, какая она есть. Плюс у нас нету здесь фактически дисторсии никакой. То есть у Самсунга она, получается, делает картинку похожей на подушку, скажем так, добавляет округлости. Здесь вы видите, что дом, он прямой. Что ничего никуда не уплыло. И самое главное, мы видим лучи солнца даже. Мы видим лучи солнца. То есть вот такая вот чудесная основная камера. Мы можем даже приблизить и посмотреть, что вот здесь видно решеточки, кирпичики. Это очень интересно на самом деле, потому что фотолось это против солнца. Информация. 13 мегапикселей, 5 мегабайт, f1.9. Потому что, насколько мне известно из информации со страницы производителя, у него f2.2 камера, то есть она не светосильная.
Собственно, вот так он фотоет в помещении. То есть здесь никаких вообще проблем нет, супер четко все. Это с учетом того, что у меня столик не освещен. И давайте послушаем, вот, давайте, вот смотрите. Это фронталка в плохом освещении. Неплохо, скажу я вам, очень неплохо. И давайте послушаем звук, который он записывает. То есть непосредственно звук с... Давайте мы приблизим на максимальный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Полноэкранный режим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. А, это я снял уже не то видео. Собственно, на автомате детализацию фотографии мне нравится. То есть камера пока нравится. Черно-белая камера тоже четкая, никаких проблем. И видео. Давайте, вот черно-белое, мы звук там записали просто. Разворачиваем на весь экран. Вот, с вами снова Александр Мардынский. Смотрите, можно записывать. Можно растянуть же вот так. Во весь экран как? Нельзя? То есть я вот, допустим, хочу, чтобы у меня вот здесь тоже было. Нельзя, то есть, кстати, видимо. Видео в черно-белой. То есть обрезается. И стабилизация, видно, это электронная стерео стабилизация. То есть, смотрите, нету. Какое плавающее. То есть звук желез. Только здесь электронная снизу. Электронная стабилизация. Снизу закрываем, все, ничего не слышно. Но он пиздец что-то громкий, слышите, да? Все будет хорошо. Вот, с вами снова Александр Мардынский. Смотрите, можно записывать, кстати, видео жух, в черно-белой камере. Жух. И все очень быстро. Видно, это электронная стабилизация. То есть, смотрите, какое плавающее. То есть, никаких проблем вообще нет ни со звуком, ни с чем. Телефон реально шустрый. Смотрите, есть фонарик. Яркий, сука, как сварка, глаза мои выжег. Пока очень прикольно. Пока вот реально очень прикольно. Сейчас я обновлю прошивку. И тоже, если есть какие-то вопросы, пишите их. Постепенно на них попытаюсь дать ответ. Сканер, кстати, вот располагается там, где нужно. То есть не так, как у Galaxy Note 8 было, что ты кладешь палец, и тебе нужно еще вот там вот так вот еще тянуться до сканера. Сканер здесь вот у этого телефона располагается где нужно. И при его касании у нас включается подсветка экрана. То есть, насколько я понимаю. То есть, мы его касаемся. Ну, видимо, не включается. Пальцы надо забить. Там что-то забито. Написано, что около 20 отпечатков. Кстати, вот... Где еще микрофоны? На сайте, на официальном, просто написано, что там 4 микрофона. Какая-то система с 4 микрофонами шумоподавления. И вот наклеечка здесь. Это китайцы наклеили. Давайте вот ее. Они наклеили вообще... Я с них угорел. Один китаец наклеил наклейку на сюда вот прям посередине. И потом ее отодрать не мог. Я ему говорю, пацан, ты вот в следующий раз, такой неопытный, наклеивай наклейку на задник. То есть только на задник. Может быть, здесь микрофон заклеили? Вроде не видать. Еще наклейка такая, как на дешевых часах китайских клеят, которая рассыпается вся сучара. Вообще кошмар. Бля, я весь уделался теперь. Что прикольно, то что ты телефон, вот допустим, даже переворачиваешь, можешь тапнуть и сам его разблокировать. То есть не нужно никакие кнопки нажимать. Выглядит следующим образом. Ты достал его из кармана, тапнул, разблокировал. Все. Это очень прикольно. Но вот я не вижу здесь этих 4 микрофонов, о которых идет речь. Я вижу, что здесь раз микрофон и внизу 2 микрофона. Все. Может быть, где-то еще... Ладно, с вами был Александр Мардынский. Вот такие вот 2 телефона. Пиздатейшие. По моему мнению, это пиздатые телефоны. Собственно говоря, купил я их за сколько, не скажу. Где купил, не скажу. Просто отчет о покупке с рынка. Соответственно, если вам нужны такие мобилки, если вы в Атакат и у вас мало денег, не пишите мне. То есть, только если вы реально готовы на это раскошелиться и реально готовы заморочиться, то без вопросов я отправлю вам эти телефоны в любую точку мира, но это не дешево. То есть, это не дешево. Можете самые хитрожопые идти сразу на eBay и там покупать, если вы умеете. Как дела? И думает дальше. Кажется, нет VPN-а. Окей, я с этим телефоном похожу, мне очень интересно. Просто очень интересно. Все, всем удачи и пока.